Всем привет, друзья! С вами я, Квадрат41, и это третий выпуск про СССР в Майнкрафте. Так, друзья, в общем, я на время отключил шейдеры, чтобы, в общем, как бы провести эксперимент, то есть формат 16:9, 720 пикселей и, естественно, 60 FPS. Но показывается, что здесь 78 FPS, 86. Ну, в общем, давайте, в общем, приступим к обзору. У нас вот не один магазин здесь у нас на обзоре, целых три магазина в одном здании. Вот так вот. И первый магазин у нас мебельный магазин Прометей. Вот так. Вот так вот выглядит магазин Прометей. Тем более вот так вот получился. Вот эти полочки с мебелью. Хотя тут, типа, ну я просто добавила воображение. Вот это. Так, извиняюсь, в общем, здесь вот такая касса, и дальше у нас проход в служебное помещение, вот. Выхода нету. Так, следующее у нас на обзоре. Так, следующий магазин, это у нас магазин напитков Рай, здесь газировка, сок, вода. Соки, воду еще. Так, все точно так же, что и в другом, в том же магазине Мир. Здесь у нас, так у нас здесь продаются уже напитки. Газировки, сок, вода. Знаете, в общем. Такое же служебное помещение, только здесь у нас сундук и наковальня. Даже касса, он такой вот с люком. Дальше есть еще одна дверь, то есть, типа, нет, которая без выхода. Так, идем дальше у нас тут. Так, это уже хозяйственный магазин домовенок Кузя. И здесь у нас два прохода. И здесь у нас как бы продаются товары для домашнего обихода, для хозяйства. Кассы и служебное помещение также и в двух магазинах, только здесь, только сундук. Ну и все, в общем, осталось уже еще одно обновление, это у нас трехэтажка. Все знакомая трехэтажка. У нас первый подъезд, первый по девятой квартире. Однако жители проживают больше. И здесь у нас мусоропровод. Так, у нас по три квартиры на каждом этаже. Здесь такой атмосфера такая. Квартира по бокам, вот так вот. Одна комната, один книжечки, столик, кровать, перекрыть. И кухня такая маленькая, сырая получается. Живешь как будто сиротливо. Зато вот эта квартира получилась по простору. Здесь у нас подвал жителя. Кухня. И еще одна комната. То есть комнатная квартира. Сантехника, увы, нету. Извиняюсь заранее. Сантехники нету. То есть типа ванна, унитаз. Раковина. Кстати, вот уже закат, уже тем более ностальгический закат, тем более уже отвык с того момента, когда я отказался играть без шейдеров в Майнкрафте. Ну, в общем, самые первые шейдеры были SVLP Shaders, хотя получились, хотя они так себе были. Я начал выбирать шейдеры, мне попался шейдеры Seus, их немного использовал. Но потом уже начал использовать те же другие шейдеры, проектировал с шейдерами Куда, тем более тоже получилось так себе. А бывало, что у меня вылетало, в общем, когда я использовал шейдеры Куда. Но потому что у меня был другой компьютер, у меня ноутбука компьютер, тем более, и семерка там стояла. Ну, наверняка вы помните, если вы наверняка смотрели мои старые видео на канале. Нафиг! Извиняюсь, ребят. В общем, очень спасибо за просмотр.
подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите идеи, что еще построить в СССР в Майнкрафте. Ну и, конечно же, что еще построить в Якроуновске. Причем очень мало. Тем более, я вижу, что у вас, что вы пишете, очень мало пишите мне идеи, в общем. И все, что у меня в сроке остается, это построить музей в Майнкрафте, в Якроуновске. Короче, на сегодня все. Всем пока!